когда этот автомобиль прибыл к нам, в нем доводчики работали, но очень плохо. Так что, можно сказать, практически не работали. После того, как мы восстановили и сами доводчики, и подачу воздуха в систему, все изменилось. И теперь доводчики работают как на самых-самых современных автомобилях. Быстро, качественно, четко. Как с правой стороны, так и с левой. Так что, если у вас есть какие-то неприятности, какие-то непонятные алгоритмы работы в вашем транспортном средстве, обращайтесь. Мы с ним разберемся, настроим. Если что-то нужно, то и переделаем. Этот интереснейший автомобиль долго ездил. Ездил. Масса механизмов в нем работала идеально. Какое-то время постепенно, как вы понимаете, абсолютно все стареет. И вот автомобиль прибыл к нам для того, чтобы мы навели с ним полный порядок. И он опять долгие годы бороздил пространство. Доводчик этой двери работал некорректно. И вот мы сейчас с ним разбираемся. Здесь достали мониторы для того, чтобы один из них стал суперсовременным. Покажем потом, как все получается. Абсолютно все четыре двери надо разбирать и делать ревизию доводчиков, потому что все они работают некорректно. Вот замок правой задней двери. Сложный механизм. Новый, современный, гораздо проще. Очень долго мы разбирались с оригинальными замками. В итоге мы все это дело победили. И теперь эти замки стали работать надежно, качественно и быстрее, чем изначально были. То есть не будет такого долгого зависания между режимами. Исходя из задачи разобраться с доводчиками, помимо того, что отремонтировали сами доводчики, нашли еще пару неприятных моментов. Вот здесь вот на заднем замке, видите, много герметика. Там появилась со временем щель и просто стравливал воздух. И здесь внутри под бардачком проходят электропровода и гидравлические шланги. Один из них прохудился и не мог обеспечить нужные параметры давления. По просьбе владельца автомобиля делаем полную ревизию системы кондиционирования воздуха. Со временем количество фреона уменьшилось. Так бывает, даже если вся система герметична. Мы все проверили, и наши сомнения подтвердились. Пришлось немного добавить.